День ото дня стенность между нами нарастала, и самое-самое, чего она ждала, добивалась с болезненной, прямо-таки режущей ее нетерпеливостью, чтобы скорее выходить на улицу. Но температура у нее долго не падала. К вечеру поднималась на 2-3 деления, еще шатала, кружила ее, и она быстро уставала, даже от разговора. И чем явственнее пробуждалась в ней мысль, тем отчетливее уясняла Эля. Какое же, современно говоря, никому не кабельное существо женщина? И в первый раз ей пришло в голову, как же это, бедолаги девчонки, ее погодки, на фронте-то, среди мужичья, в окопах, на марше и особенно на морозе, выполняли военную работу.